Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту SurfNet Pro Club, который вчера успешно стартовал. Вход всего $3. Сумма доступна каждому. Значит, друзья, вот здесь есть маркетинг. Можно нажать и прочесть. Маркетинг шикарный. Есть, друзья, обращаю ваше внимание, дорожная карта. Там много всего, чего такого. Там очень все интересно. И планы там очень большие. Проект пришел надолго. Значит, люди регистрируются, значит, вот последние регистрации идут, как бы, да? Вот мы видим 1.08.19 год, как бы, идут партнеры к нам в проект. И здесь 120 лидеров, кто пополнил кабинет. И здесь даже меня внесли. У меня, конечно, не так много народа. Но, тем не менее, вот я. У меня 8 человек пополнились. Молодцы, ребята. И все уже в плюсе, я надеюсь. Значит, я же войду в кабинет. Войти в личный кабинет. И здесь вот наша статистика. У меня уже, я вчера поставила $3 на вывод. И уже на вывод у меня $1 есть. Значит, далее что? Так, финансы. Как я говорила, вчера я ставила на вывод $3. Выплачено, друзья. Идем на почту. Значит, плюс 2.97 USD. Так, 1.08. Комментарий. Ну, Payr у нас, как всегда, берет комиссию. Комментарий. Перевод Елена от проекта SurfNet Pro. Все замечательно. Друзья, проект платит. Ну, я и не сомневалась. Так. Ну, профиль я вчера вам говорила. Прежде чем, друзья, выводить, в профиле прописать нужно платежный реквизит, кошелек Payr. Значит, ну, а я хочу показать. Это же у нас рекламная площадка, правильно? Значит, мы здесь можем рекламировать свои проекты. Вот вкладочка «Реклама». Нажимаем «Добавить баннер». И что мы здесь делаем? Так, название текста. Значит, далее ссылка. Ссылка на баннер и количество просмотров. Нам за $3 начисляют 30 тысяч рекламных кредитов. Значит, я хочу прорекламить на пробу вот свой проект. Я еще по нему видео не делала. Как бы. Сейчас я его тут скопирую. Crypto James. Так. Так сделаю. Далее я вставляю. Так. Сейчас. Еще, да. Ссылочку. Копирую. Так. И ссылка на баннер. Мне нужна ссылка на баннер. Баннер. Тут же там размер не написан какой. Можно, я так поняла, любой баннер. Ну, можно взять побольше формат. Баннер. Вот этот. Попробуем. Дойдет он или как? Добавить. Так, ссылка на баннер. Ну, я много пока не буду. Количество кредитов. Просмотров количество. Я поставлю пока 1000. Так, проверяем. Название сайта, ссылка на баннер. Так. И
Количество. Ну, напишем. Создать. Все, баннер успешно добавлен, друзья. Вот видите, значит, здесь будут у нас показы, клики, конверсия процентов. Это у нас здесь паузу можно, это редактировать и вкладочка удалить. Вот таким вот образом мы размещаем свою рекламу. Супер! Здесь наша команда. Кто еще не пополнился и не активировал место, пополняемся и активируем. Значит, здесь можно просмотреть очередь. Все здесь доступно и все понятно. Ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, продолжение будет следовать. Всем удачи, друзья, больших заработков. Выплачено уже $143, конечно же. До новых встреч!